Народ работает. Они дерутся. Да кто дерется? Что у вас тут происходит? Вы слышите меня? Да, что там? Я тут работал, а он меня побил. Кто он? Где он? А он убежал. Сейчас скажу, да вот туда убежал. А почему побил? Он не любит женщин. Вот он меня здравствуйте, побил. Здравствуйте, на месте сказал. Стоять на месте. Он не слушается. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай. Я свернул с ПД. Ага. Видели, как давно гражданку убили? Да, гражданка. Было такое, да? Он не отвечает. Перед словами или перед чем? Даже нормально поработать не могу. Все бьют. Ужасно. Надо разбираться. А она первая, конечно. Это он первый, я защищалась. Я не могла, мне некогда, я работаю. Он первый начал меня дубасить. Мне хп отвалилось почти на ноль. Можно штраф ему ставить. За хулиганку. Арестуйте его или штраф ему. Угу. Вот он теперь будет рассказывать. Скажи. Ну штраф, думаю, поставим. Так, дайте, покажите ваши документы. Я не могу, я девушка. Куда я могу кого ударить? Мне этого нафиг ничего не надо. Я только хотела работать и все. Все верно. Мистер, ваши документы, я жду. Эрик. А мои нужны документы? Нет. А вы хотите? Да, там все в порядке, я же девушка, документы. Я работаю. Он убежал? Документы сказал. О. Так, хорошо, Степа. Ладно, смотрите, вы нарушили административный кодекс. Статья 9. Это, как говорится, хулиганство. При себе имеете 5000? Сэр, 5000 баксов при себе имеете, скажите? Как думаешь, у него есть деньги? Я думаю, да. Мистер, 5000 баксов. Есть у вас, нету? Смотри, что делает, смотри, шалунишка. Все, поплыл. Так, сейчас достану штрафной тикет, заполню, передам штраф напротив. Давайте я. У меня есть у вас что, документы? У меня тоже есть. У меня есть лицензия на цикл и на машину. Понятно. У меня тоже есть документы, что ты... Давай. Че он пишет вообще? Ай, как пишется статья? Что я делаю? Просто там что статья 9, административный кодекс. Да блин, что за... Вот, получить, распишите. Аномалии какие-то у меня. Ё-моё. Угу. Ну, платите давайте, иначе я вас задержу. Яры. Яры? А что значит яры? Что он делает? Чё это он скинул? Бомбу? Оружие скинул. Опачки. Это оружие имеется. У тебя деньги. Откинули. У тебя деньги есть? Её, да? Да. Короче, бери свое оружие и давай иди. Поехали. Поехали же, если мы время теряем. Оружие поднять. Оружие поднять. Поднимай оружие. Быстро. Быстро. Да садись уже, поехали, чё он? Оружие, подбирай. Это...